Американская мечта – заработать миллион. Русская мечта – миллион потратить. Многие из нас не верят в удачу, ведь считается, что деньги можно лишь заработать. Но ведь бывало так, что по пути домой, на работу или на свидание с девушкой вы неожиданно нашли 5 или 10 рублей. А что, если бы это был 1 миллион рублей? Потратил. На что? Да я нет, вернул бы хозяину. Без комментариев. Ну, в первую очередь помогла бы родственникам всем своим, а во вторую очередь помогла бы детям. Детским домам. А если бы это был 1 миллион долларов? Ну, честно говоря, обеспечить будущее своим родителям и бизнес свой. Какой? Какой? Что бы вы хотели? Недвижимость. Сыну наследство оставила бы, а так ведь одни долги ему могу оставить. А если бы это был 1 миллион долларов? О, не, я бы, наверное, с ума сошла, меня бы везли куда-нибудь, куда подальше. Да от таких вы. Денег, думаю, что миллион-то рублей для меня, кажется, такой большой суммой. Ну, лучше, наверное, на благотворительность какую-то дать. Хорошо. Я бы, наверное, что-нибудь такое сделал. Или животным, или детям. А если бы это был 1 миллион долларов? Инвестировал бы во что-нибудь. Во что, например? В IT что-нибудь, в сферу. Стартапы спонсировал. Я считаю, что деньги людям надо зарабатывать, а не получать какими-то такими способами, которые удачи или какими-то другими факторами по жизни им приходят. Я бы их, наверное, отдал на благотворительность, ну, вообще людям, которые в них нуждаются. А если бы это был 1 миллион долларов? Ну, понятно, что, наверное, я бы купил себе какую-нибудь вещь, которая мне в данный момент в жизни необходима. Например? Например, машина, телефон новый, ну, миллион долларов, это, наверное, квартира, а остальное бы все я, наверное, отдал бы на благотворительность, да. Ничего бы не делал, просто отдыхал бы. А потом нашел бы, ну, открыл бы, наверное, какое-нибудь свое дело. Подарил бы вам. Я бы мамке ипотеку погасил. Ну, не погасил бы, я постарался. Все. А вы? Все еще миллион. Ну, наверное, новая машина какая-нибудь, той же маме. Какая, например? Ой, а что у нас? Рапид. Рапид. Хорошая машина. А если бы это был 1 миллион долларов? 1 миллион долларов? Я бы поставил на ноги всю свою семью, а там уже импровизировал бы. А вы? Так, мне кажется, куда-то вложить можно было бы. Например, во что? Ой, ну в какую-нибудь кафешку, может. На благотворительность надо отдать. На благотворительность? А если бы это был 1 миллион долларов? Тоже на благотворительность, а почему нет? И себе ничего бы не купили, не хотели бы? Вон, на лечение детей. На лечение детей? Конечно. Не знаю бы, куда бежать, чтобы отдать. Вернули бы? Конечно. То есть не оставили бы себе и ничего не да купили? Да вы что, потом таком еще на 10 миллионов потом получите. Я бы открыла свое дело. Молодцы. А вы? Я бы снял клип. Я открыл бы студию. О, да, я бы тоже, может, фильм какой-нибудь снять решила. Короче, творчество. Короче, да, мы бы, да, мы бы посвятили это творчество. А если бы это было 1 миллион долларов? Туда же. Я не сомневаюсь, я бы раскрутила просто что-нибудь хорошее, как а дело. А если бы потом бабло пошло, можно куда-нибудь на благотворительность дать? У меня есть проект, который я приснила, поэтому... Поэтому нам деньги нужны на то, чтобы раскрутить наши проекты. Ребята, дайте мне миллион баксов! Желаю удачи, у вас все получится.